Сегодня сделаем яичницу. Такую богатую. Сначала колбас построим. Сковородочку. Потом лучок. Помидорчики, тут зеленые здесь порезаны. Можно добавить специи. Соли немного. Красный перчик. И сушеный чеснок немножечко. Добавляем зелень. И сейчас будем сюда уже яйца сливать. Вот разбила сюда яйца и ждем. До готовности. Вот такая яичница. Так как яичница у нас сегодня богатая, то мы еще сверху добавим немного сыра. Такого натертого. Вот такая яичница. Вот такая яичница богатая получается. С колбаской, с помидорками, с луком, с зеленью, сыр сверху. Сейчас покушаем, потом тортик покушаем с чаем или с кофе, потому что сегодня у нас День всех святых, всех с праздником. Доброе утро, кто только встал. И начинает завтракать. Приятного аппетита!